любви Наполеона и Бальзака. Я думаю, для тех, кто не знает, что такое соционик, это звучит довольно-таки странно. Давайте теперь из психологических глубин опустимся в глубины морские. У нас будут обитатели морских глубин. О, Джей Хилл и Эй. Ребят, хотим минутку Википедии? Да. Хорошо. Удильщик, опасная рыба, обитает в глубинах вод Мирового океана. Она приманивает свою добычу с помощью яркого огонька. У нее на лбу такой. Химера, хитрая и коварная, может притворяться слабой и безобидной рыбой, но на самом деле несет в себе опаснейший яд, способный убить любого хищника. Я не очень хочу видеть историю любви сейчас.